Всем привет, и я Ваня из 27-й серии Фитзебиста. Черт возьми, их будет не меньше 30, это ужасно. Как вы видите, мои лазеры синенькие. Это значит, что у меня все хорошо с жидкостями. Нет. Я никак не могу понять, не хватает энергии лазером. Но она как-то перетекает отсюда туда и обратно. Так что чуть-чуть задерживается производство моих дурацких гитов, и я сделал довольно интересную глупость. Я же заказал себе... Чипсеты доделаны, делаются только гиты. Тут та же самая история. Золотые чипсеты и алмазные чипсеты дополнительно я хотел делать для того, чтобы у меня из них было легко делать логистические трубы. Ух ты. Но ладно, нефть я перегнал. Но нефть... нефть она дорогая, она как золото, так что... К сожалению, сюда, в этот сундук нужно будет докидывать. Я думал, что он будет конденсить ведра, которые в него приезжают. Ну, как славой. Приезжает ведро, и тут же из него конденсится ведро с почти полной славой. Тут так не получается, нефть дорогая. И по поводу нефти нужно что-нибудь сделать. Мне же еще бензин надо перегонять. Пчелки. Руралы появились. Руралы — это хорошо. После руралов у меня будет... Что-то у меня там такое будет... Это кто? Это модесты. А это фругалы. Фругалы — это хорошо. После фругалов будут взрывающиеся, и из взрывающихся можно уже сдавать. Я, правда, не знаю, чем они несутся. А что значит, у тебя нет цветочков? Чё ты считаешь цветочками, красавица? Вид. Фига себе. Так. Руралом? А, ну да. Фругалы несутся не... Что такое-то парчит комбо? Фругалы несутся пшеницей. Значит так. Если она хочет себе пшеницу, то мы ей ее дадим. Как бы это так сделать, так, чтобы все было удобно? Пшеница — это интересно. Это значит, что у меня и в моей основной штуке проблемы с ульями. То есть у них нету пшеницы. Ладно, сейчас разберемся. Не знал, если честно. Так, кстати, что-то у меня с зелеными. Зеленые автоматизированные. Хорошо несутся. Я сделаю себе противопчелиную одежку. И вот это сильно греет душу. Если я успею ее сделать раньше, чем у меня выведутся взрывающиеся. Чпок. Клево. Если... Стоп. И зеленый... Вот, зеленый прополис есть. Так вот, если я сделаю их раньше, чем выйдут взрывающихся, у меня не будет особых сильных проблем. А откуда здесь родился крипер? Здесь же вроде как бы освещено, но вообще на самом деле... Да, дорожки какие... Йо. Я убил кисок. Девочки, не смотрите. Не смотрите это видео, тут убивают кисок. Печаль. Но ладно. Издержки производства. Итак, я хотел сделать две вещи. Вещь номер один. Я хотел начать сдавать бензинчик. Вещь номер два. Я хотел сделать взрывающиеся штуки. Что такое взрывающиеся штуки? Это вот эти вот ядерные реакторы, которые я тут понаделал. Кстати, мне нужно сделать второй ядерный реактор. Опа. У меня всего один электрический контур. Плохо. Так, 4 редстончика. Всего один контур, это мало. Нужно 2 на реактор. Ну, давайте сразу покажу, что я хочу сдать. Нет, не это. Вот это, о, сразу нашел. Новокаталист, ТНТ, компашн инжин, моторчик, гиперкинетические линзы, реактор и еще раз реактор. В общем, ничего сложного. Единственная проблема — это реакторы. Ну, собственно, именно... У меня там есть глоустончик. Будем выпендриваться и использовать его. Неплохо, кстати, у меня здесь глоустончика. О, еще у меня есть вот это. Так, я хотел перетирать зеленый прополис. Вот так. И я хотел взять тяпку. Чтобы тяпнуть где-то за ульями.
Ну, да. А потом Ваня пошел и тяпнул за ульями. Я надеюсь, им этого хватит. Но, в принципе, пчелы, несущиеся пшеницы, а может, нет. Здесь плохо сеять, потому что они... Хотя... Нет, они вот в этом блоке не будут видеть у них. По высоте только троечка. Ну, соответственно, пчелы работают в области. Кстати, можно посмотреть, посмотрев на любую пчелу. Тут написано, какая область деятельности у этой пчелы. 9 на 3 на 9. Это, соответственно, на 4 от улья максимум. И на единицу вверх-вниз. Что мало. Так, этим я все посадил. Значит, у этих где-то здесь тоже проблемы. Этим тоже нужно посадить. Но это я сделаю позже. Пока что взрывающиеся штуки. Поэтому все идет сюда. А глоусточек был мне нужен. Черт, ниточки. Мало ниточек. И я боюсь, что когда будет достаточно ниточек, у меня сломается. Что ж такое-то? О, а если вот так вот? Иу. О, неплохо. Ха-ха. Самонаводящиеся баллистические стрелы. Это клево. Так, редстончик есть? Нужен ляпис. Я делал себе еще ядерных реакторов, потому что сейчас мне их не хватает на сдачу. Раз, два. Такс. И шесть этих. Два этих. А что там для гиперкинетической линзы нужно? А, по-моему, динамит для нее был нужен. А, каталист для нее нужен. Кстати, у меня и то, и другое где-то было. О, у меня есть танки. Это хорошо, у меня есть истерны. Это значит, что я могу... Это значит, что я могу... Они мне не нужны. Ха-ха. Итак, у меня есть ядерный реактор. Но это не все мои проблемы. Теперь мне нужен еще реактор Чембер, потому что сдавать надо и то, и другое. Но теперь у меня есть реактор Чембер. Почти есть. Также нужно было сдавать катаклизм и каталист. Так, во. Также катаклизм и каталисты. Также гиперкинетические линзы. Из этой штуки оно делалось, как оказалось. Чего дальше? Ой, я какой-то охрипший слегка. Так я вот это вот все беру, вот сюда. Он будет жить здесь. Глоустончик тоже. Дальше. ТНТ. Моторчик. Ньюк. Да не вопрос. Только дайте глоустончика, а то без глоустончика ньюк не получается. И песочка. Потому что я буду делать ТНТ. Кусочек ТНТ. Еще динамитик, еще пороха. Спасибо. Кусочек ТНТ и кусочек ядерной бомбочки. Взвесьте мне, пожалуйста, 1,5 кило ядерных отходов. Так, что еще? Моторчик, все это есть. Дефективная турелька. Как делается турелька? Дефективная, это я знаю, ее надо пожарить. Как делается сама турелька? Обсидиан, редстон, железо. Обсидиан. Редстон. А что, все железо, что ли, пожег? Так, стоп. И железо, я же еще буду железный моторчик делать. Ну да, они взрываются. Так что это штуки, которые взрываются. Так, турелька. Турельку пожарить. Интересно, почему она не поет печальную песню, когда ее жаришь? Ха-ха. Такс, моторчик. У меня были железные шестеренки, и мне нужно штучки 4. Почему 4? Ну, я же не только моторчик буду делать, я же еще буду делать, ну, например, самогонный аппарат для бензинчика. Но... Нет, я сказал 4. Даже 5. Посмотрим.
что мне еще нужно? Мне нужны пистоны, они у меня есть, мне нужно стекло, оно у меня тут, прямо тут, один моторчик. Остальные шестеренки пойдут на рефайнере. И все, можно идти сдаваться. Можно, да, 9 предметов, которые могут взорваться. Так, ну давайте здесь все действительно будет лежать. Нет, вот это будет лежать вообще вот здесь вот. Ой, это было неосмотрительно. Есть что-нибудь типа алмазов? Для того, чтобы конденсить алмазы. О, вот это более правильное решение. Это отсортировать, эти штуки взять. И вы уж извините, после сдачи этих штук я пойду позанимаюсь пчелами. Нет, не пауками, пчелами. Уже ненужный провод. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Супер. Что зажгут? А, я знаю, что зажгут. Тут не надо стоять и смотреть. Так, вещи, которые взрываются, зеленые. Вон там вот. Это с этой стороны, где-то чуть сверху. Здесь? Да. Скраб. А знаете, спасибо. Да, скраб я люблю. Но если у меня осталось электричество в реакторе, реактор нарисовал мне картинку. Нет, к сожалению, электричества в реакторе не осталось. Перезапускать? Нет, не буду. Я не буду перезапускать реактор. Потому что сейчас там очень много льда набито, и я просто не смогу весь лед нормально вытащить. У меня же там был таймер, который тикал из бесконечного, ну, почти бесконечного конденсера. Ну, в принципе, на броню, кстати, хватает. Но если запустить вот эту штуку мою, то мне еще наделают немножечко ее материи. Ну, то есть, не. Стек скрапа это примерно один кусок ее материи, как я понимаю. Так что ничего хорошего мне тут не дают. Единственное, что... Ну, да. Да ладно, мне уже не нужно. Давай, трать эту бяку. Скраб будет лежать здесь. Черт, я сказал, скраб будет лежать здесь. А я пойду посмотрю, что можно сделать еще. Можно заняться пчелами. Кстати, что у нас тут вот? Ненавижу дождь. И где я? Да, они тоже ненавидят, поэтому не кусаются. О, а это универсальный способ избавиться от покусания. Так, ладно. У меня были проблемы вот с этими пчелами. Какие-то из них не могли работать, потому что у них нету пшеницы. Я хочу сейчас доказать этот факт, что такие пчелы есть. Фига себе. Омега Модест вывалилась. Чуть оно тут вывалилось. С кем я ее хотел скрестить? Нет, ты смотри. Ага, Darknet Demonic. Darknet Demonic хочет Soul Sand, если я правильно все понимаю. Да, незеровские цветы она хочет. Незеровские цветы у меня с собой есть. Никаких проблем. Нет, проблема есть. Заключающаяся в том, что я не знаю, где их разместить. Так, ладно, хорошо. Будем копать дырки. Не люблю дырки. Но раз пчелы просят, придется. У каждого следующего улья будет дырка для пчел. Эй. С Soul Sand'ом. Ну, вдруг пригодится. Я же не знаю, в какой именно улей я запихнул чего. Так, что-то как-то много всего. Насколько я понимаю, мне повезло с руралами. Стоп, а что я всего один кусок Soul Sand'а взял? У меня начали выводиться руралы более-менее полным ходом. Это, конечно, приятно. Soul Sand не падает. Но теперь здесь ходить будет медленно. Плохо. Может,
structure pipe использовать. Может быть, хорошая идея. Но это надо дольше устанавливать. И это не для этой карты точно. На этой карте я бы этим не занимался. Так, все, эти счастливы. Есть ли у меня здесь какие-нибудь руралы, которым не нравится то, что у них нету... Почему демоник не несет с этими комбами страшными? У них же должно быть очень много EMC. Как я помню. Нет, все счастливы. Это что, это Industrials? Это чистый Industrials? Е-е-е. Чистый Industrials несет мне полен. Это что, это чистый дем... А, это чистая Омега. И еще чистая Омега. Чистых Омег из этих ульев можно будет прогнать потом. Они меня не очень интересуют. Они здесь живут. Постольку, поскольку ульи пустуют. Так, что я там насобирал? Что я хочу сюда выкинуть? Что-то я не знаю, что я насобирал. Вот это мне нужно в сквизер засунуть. Кстати, а что у меня в сквизере? Я ботлер проверю, а сквизер нет. О! Еще чуть-чуть бензинчика. Еще чуть-чуть бензинчика. Причем вот, да, вот самую капельку. И можно сдаваться. Штука заработала. Да. Лучик идет. Ну что, в сквизере все сквизится. И я даже думаю, что, да, по полной вот это вот стола семян. Это seed oil, масло из семян. Так, а в Карпентер, да, лучик не идет, потому что Карпентер не запрашивает энергию. Вообще супер. Ботлер почему-то запрашивает, я не понимаю почему. Вот зачем ему? Ботлер, тебе не надо. Мы сделали нефть. До свидания. Так, ты штука хорошая. Но ты полежишь в этом сундуке и подождешь, пока я не... А где ты? Вот. Пока я не притащу сюда рефайнери для того, чтобы сделать бензин. Так, нефть есть, нужно еще бензин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, самая большая моя проблема заключается в том, что у меня нету красного воска. Я вообще-то, в принципе, думал, что его должно быть побольше. Так, это Омега Модест. Ну ладно, Омега... Да не нужны мне все эти Омеги, если честно. Ух ты. Империал Принцесса чистая. А там у меня Индастриалс Принцесса чистая. А, Империал ждет дрона. Почему мне не нужны Омеги? Ну, во-первых, у меня уже есть четыре чистых Омеги, которые вон там вот несутся. Так, сквизер занят, поэтому мы не будем... Вот этой штукой пользуется. Он полено сколько наделали. Я, кстати, не знаю, что из него можно делать, кроме как вот эти вот каталисты и слаймболы. Так, хорошо. Давайте я сейчас за кадром проопознаю новых приехавших пчел. Их тут уже много. И они какие-то интересные. О, чистые руралы. Еще одна имперская принцесса. Вау. Индустриальные дроны. А, это вот та вот индустриальная начала нести. Вот это вот чистые Омеги. Вот, а те Омеги были так, на любителя. Но основная моя задача, конечно, вот эти пчелы теперь. Мне нужен красный воск. И что-то мне его не дают. Вот этот демоник работает хорошо. А вот этот превращается в синистера потихонечку. А что будет, если ей дать... Ай! Что будет, если ее снабжать демоническими дронами этого синистера? Так, все время снабжать, да. Ну, соответственно, сейчас, когда она умрет, родится новый дрон. Вот сюда дрон не приедет, потому что здесь место уже занято. Ну, ладно. Я обещал заняться пчелами, и я ими сейчас займусь. Ну, вроде я их проанализил. Почти всех, это свежие приехавшие. Красненькие, большое спасибо, что вы нас посетили. Так, это разноцветные идут сюда. На удивление, у меня есть, во-первых... Ух ты, у меня две чистых Империал, и у меня начали появляться Маджестики. Маджестики — это приятно. Маджестик Нобели — это тоже приятно. Маджестик Нобель и Империал Нобель. Да, это заявка на еще одну чистую Империал. Демоническая принцесса — это хорошо. Демоник. О, демоник. Даркнет, спасибо, до свидания. Это мне повезло. Это еще красный воск.
То есть я сейчас выбираю где-нибудь улей. Так, ну вот это ладно. Это какой-то фругал. Кстати, сейчас будем смотреть, что это за фругалы. Меня очень интересуют эти фругалы. Если это чистый, к ним следует добавлять модест. Ну, пустынных. Стоп, а это модест вообще было, да? Ой-ой-ой, а это рурал. А это чистый рурал и модест дроны. Хорошо. Это еще, еще один фругалы финдиши. Это интересно. Фругалы финдиши. Фругал и фругалы. То есть я сейчас могу вывести практически чистый фругал. Только чем они несутся? Вот этот Виттенкомп меня очень радует. Ну ладно. Зачем мне пшеница, я не знаю. Это сюда, этих опознать. С этими, наверное, прямо сейчас разберусь. Потому что, во-первых, это новый вид пчел, который меня интересует вывести. Ну, правда, Индастриус... А, Индастриус я вывел. Империал я тоже хочу вывести. Но эти интереснее. Я с ними еще не игрался. Фругал модесты какие-то. Так, все, всех опознали? Да. Познали всех. Итак, Модест Квин. Печаль. Просто пустынная дура. Ей финдиш. Финдиш модеста. Есть какой-нибудь финдиш синистер? Синистер финдиш. О, финдиш синистер. Самое оно. Продолжаем мутировать. Вас я посажу вот в эти ульи для того, чтобы за вами наблюдать. Дальше. Фругал финдиш, фругал синистер. Интересно. Фругал синистер. Фругал финдиш. Кусаться начали. Финдишу. Синистеру финдишей. Модест рурал. Нет, не то. Рурал. Фругал модест. Фругал финдиш. Мне нужны синистер дроны. На самом деле я не очень понимаю, что я делаю. Так, а что такое? Это Маджестик. О, Маджестики есть. То есть скоро будут нормальные империалы. То есть я их сейчас выведу. Так, это... А, это вообще, извиняюсь. Зачем я их с собой взял? Это уже готовые королевы. И это Модест Синистер. Да, что я парился. И мне кажется, кончаются ульи. Тогда вот эти пацаны мне не нужны. У меня кончаются ульи, в которых можно заниматься подобным разведением. Так, у меня был какой-то модест. Так, вообще, что хочет Рурал? Оно же живет в нормальных условиях, правда? Хочет вид. Да, она живет в нормальных условиях. Вот этому Руралу мы найдем еще. Стоп, ну это чистый Рурал. А есть еще какой-нибудь чистый Рурал у меня? Модест Омега. Модесты. Нет, к сожалению, чистых руралов у меня. Рурал Диллиджент. Медус Рурал, ха-ха. Культивейтед Коммон. Культивейт Медус Рурал. Ну, давайте попробуем вот так вот. Я не знаю, что из этого получится. Это фругалы. Фругал. А что за фругал вот этот? Фругал Модест. Фругалом я попробую дать фругальных дронов. Потому что я хочу попробовать вывести чистый фругал. Да, о, фругал финдиш тоже хорошо. Что это мне даст? Вообще, в принципе, этих фругалов теперь нужно начинать скрещивать. Фругал Модест. Финдиш Модест. Синистер Модест. Сойдет. Может быть, испорчу фругал синистер. Финдиш модест. Хорошо. Фругал модест. Финдиш модест. Финдиш синистер. Финдиш модест лучше. Фругалов нужно скрещивать с модестами. Фругал финдиш. Фругал модест. Синистер есть? Есть. Финдиш. Нет, стоп. А есть фругал модест? Модест рурала, модест. Модест синистер. Сойдет. Да, хорошо. Но, в принципе, туда имело смысл чистого дрона модустов засунуть.
Ух ты, они у меня вырастили кактус. Ну, давайте дальше смотреть, что у меня есть. Эти прикольно, конечно. Но посмотрим. Культивейтедов в количестве. Культивейтедов надо смешивать с нобелями. Это будет давать мне маджестик. Нобель Дилижент, редда нет, ну неинтересно. Нобель Дилижент, Нобель. Вот, всех моих свободных культивейтедов мы скрещиваем с нобелями. А это дает шанс мутации в маджестик. Потом маджестиков мы будем скрещивать с нобелями. У меня есть чистокровные нобели. Я об этом позаботился. Вот они. Ух ты, сколько у меня всего. Это тоже чистокровные нобели? Да. Что даст мне, собственно, империалов. И я смогу успокоиться. Так. Что осталось? Культивейтед дилидженты. Не вывести ли из них чистых культивейтедов? Медуз Рурал, Медуз Дилиджент. Интересно. Культивейтед Коммон. Ну, не знаю. Я просто не знаю, что делать с этими пчелами. Поэтому я их скрещиваю с чем-нибудь. Так, Культивейтед Коммон с Дилиджентом. А, это оба Дилиджента, так что Медуз Дилиджент тоже к Дилидженту. Вдруг получится Дилиджент, который мне нафиг не нужен. Так, хорошо. Common Nobel, Majestic, опа, Common Majestic. У меня были Majestic дроны, Majestic Cultivated. Так, Common Majestic, Majestic вот этот. Common Nobel. Нобелей потратили. Да и не нужны мне Нобели. Тоже с Majestic. Majestic Cultivated, хорошо. Common Nobel, Common Cultivated, Common Cultivated. Не знаю, я не могу решиться. Я не знаю, что с ними делать. Что-нибудь нет. Ну, тут ничего не приехало, была ночь. Common Nobel Cultivated. Common Cultivated Minus. Cultivated Diligent. А, пофиг. Так. Common Cultivated, Cultivated Common. Common Cultivated, Cultivated Common. Я распинался с моими странными пчелами. Ну, то есть, с моими не очень нужными пчелами. В принципе, на них можно уже забить, но как-то меня не... Что-то они меня не отпускают. Так. Рассажать. И посмотреть. Дальше интересней. О боже, у меня опять лазером не хватает мощи. Империал. Чистая империал. Рурал Дилиджент. И Реддонит. И Majestic Cultivated. Majestic Cultivated, ну, чистого Нобеля. Будем делать еще одного Империала. Но почему-то, черт возьми, нет Империальных дронов. Rural Diligent. У меня есть какие-нибудь Руралы? И Common. Так, это чистые. Руралы, скорее всего, здесь. Rural Diligent. Но это от нее же, собственно. Есть какие-нибудь Фругал Финдиши. И Омега. Индиш, Синистер и Редданит. Модесты. Нет. А, Медуз Рурала есть. Сойдет. Че имперской принцессе дать? Не откладывают же ее. Имперской принцессе нужно что-нибудь имперское. У меня были какие-то... Ладно. Она пока ждет. Пока там что-нибудь не смутирует. Так, ну из этой можно сделать. Давайте сделаем Анвери Дилиджент с нею. Тут с ней все равно, что делать. Это чистокровный Реддонит. Нафиг он мне нужен. Медуз Рурал. Медуз Рурал. Им мы выдадим Дилиджент дронов. Для дальнейшего мутирования вот этих Медузов в Руралов. Один Рурал у них есть. Может быть, они мутируют второго. И станут чистыми Руралами. Но, в принципе, Руралов уже пора размножать дальше. Потому что они у меня как бы появились. Да, здесь. Но как-то, не знаю. Также тут нужно везде рассадить пшеницу. И я не очень понимаю, где. Может быть, вот на этих вот. Ну да, на этих клеточках. Им должно хватить. Правда, я там топтаться буду. Но почему, собственно, и нет.
Почему бы, собственно, и нет. Так, что у меня, кстати, с Сид-Ойлом? 45,9. Так, ну что, Сид-Ойла у меня скоро будет. Соковыжималка работает. Рассадить пшеницу. Около вот этих ульев. И, собственно, можно считать, что... Ну да, здесь есть все необходимые цветы, кроме кактусов. То есть эти ульи пригодны для всего. Ну да, еще тут нету джунглевых деревьев, которые очень хочется некоторым извращенкам. Но как бы валянты меня не интересуют. Все, здесь будет пшеница. Кстати, по ней же... А, нам... да, чуть-чуть я парюсь. На мне кольцо, которое не позволяет мне топтать ничего. То есть, когда у меня же летательное кольцо, и я в этом кольце не могу ничего потоптать. Супер. Так, это все сюда. Это обратно сюда. Это не те ниточки. О, кстати, о ниточках. Правда, я сейчас буду квантовую броню сдавать. Нет, стоп, я же ее буду сдавать, я же не буду ее одевать. Да, прискорбно. Ах. Ну, что-то сюда едет. Ух ты, золото. А, Royal Jelly, стоп. Royal Jelly это хорошо, но его тоже нельзя. Royal Jelly тоже идет в зеленый выход. А, это клевая штука, из нее можно вот что делать. Амброзия. Это еда, которая... Ну, это, в общем, полный аналог золотого яблока. Сильно-сильно лечит и вешает регенерацию. Нафиг оно мне надо? Объясните мне, пожалуйста. Так, это сюда. Виттенкомбы начали приезжать. А, это вон оттуда начали приезжать виттенкомбы. Ну, ладно. Судя по всему, я займусь... О, бензинчик готов. Ай! А, это не то устройство. О. Так, вернуть моторчику его трубу. Он без нее не работает. Судя по всему, я займусь сдачей квантовой брони в начале следующей серии. Между сериями я займусь вот этими вот красными. Да, я ими займусь. Может быть, я даже увеличу количество ульев здесь. Потому что меня очень интересует красный воск. А это фругалмодесты. Но фругалмодесты, кстати, могут преобразоваться из фругалмодестов в... Я не помню, как они называются. Ну, конец вот этой ветки. В общем, фругалов нужно скрещивать с модестами, чтобы произошла последняя мутация из этой ветки. Что тут, кстати, демоники, финдиши, синистеры, модест. Этих тоже надо опознать. А вообще, хорошо бы их не просто опознать, а где-то здесь сделать центральный пчеловодный процессор. А то у меня тут как-то все разрознено. Ну, ладно. Все на следующую серию. С вами был Ваня. Счастья, радости. Пока.